Это межпальцевый фиксатор с амортизирующей боковой накладкой Gelix от немецкой компании GES. Он предназначен для лечения и профилактики вальгусного искривления стопы. Это такое распространенное заболевание ног, которое появляется из-за неудобной обуви, длительного стояния и по разным другим причинам, и со временем развивается. Вот эти накладки предназначены для ношения в обуви, даже в открытой обуви их незаметно практически. Это оригинальные накладки, отличия их показаны на странице товара от подделок, и они очень хорошо способствуют как раз лечению и профилактике этого заболевания.